В этом видео я объясню начинающим гитаристам, как играть аккомпанемент к песне «Калинка», видео которое я опубликовала 2 дня назад на этом канале. Гитарное сопровождение к вокалу очень простое. Я играю в тональности ми мажор. Песня состоит из припева и из 3 куплетов. Так, всего для аккомпанирования этой песни используется 7 аккордов. И поэтому их очень легко запомнить. Что у нас? Ми мажор. Потом следует ля минор. Другие аккорды, которые используются, это фа мажор. Здесь малая барре, то есть прижимаем 2 струны одним пальцем. Называется это прижатие одним пальцем струн, называется барре. Фа мажор. Соль мажор. Соль 7-й ноты мажорной. Ре минор. До мажор. Соль мажор. Вот основные аккорды.
рука играет, как типично аккомпанемент играет, и также арпеджио. Ах, Калин! Вам нужно научиться играть большим пальцем, хорошо, и поддерживать тремя другими, как вы видите. Это арпеджио, то есть простое движение пальцев, которое очень популярно в гитарной музыке. Итак, сегодня я вам объяснила основные моменты игры на гитаре для начинающих этой популярной песни. Я желаю вам ее быстрее выучить. Она действительно здорово подходит и к вечеринкам в традиционном русском стиле. И продолжить ваше обучение игре на гитаре. Подписывайтесь на наш канал, не забывайте.